Хей, йога, с вами Шивики. Мы продолжаем проводить игру под названием Шипврек. Шипсврек. Корабли крушения. Прошлой серии мы одолели жабу здоровую. Довольно легкий босс, на самом деле. И теперь мы отправляемся за временной душой. Душа времени, или как-то она так называется. Так, но она находится, по сути, внизу. Нижней части карты. Как я понимаю. Осталось только туда дойти и найти проход. А так все будет окей. Ладно, я не могу найти. Пойдем вниз. Нету? Где? Стоп. Я не понимаю. Таймер. Ну пойди, здесь должен быть где-то проход. Может, оно в натуре открывается проход, когда я говорю с королем, и он мне говорит, куда идти. И типа, о, а я нашел проход, слушайте, вот там, оказывается, за деревом был проход. Да-да, я это знал. Типа, что типа такого. Стоп. А где выход? Теперь я понимаю, что я выход потерял. Ох, боже мой. Нашел выход. Горе пополам, я нашел выход. Это куда проход? Ага. Это максимум. Плохо. Я думал, здесь максимума нету, оказывается, есть максимум. Давайте вниз ходим. Мы наверх же ходили, да? Мы же вниз не ходили сюда. Очередная пустынная лока. Ну вот и проход к пляжу. Стик. Палка. Стик. Палка. Лабиринт. Лабиринт. Библиотека. Лайбрария. Да, здесь запутаться довольно легко. Змеи. Фу, блин, плыл на меня змеи выпрыгнули. Ну это что-то уже на Зельду немного похоже. У нас есть два варианта: наверх либо вниз. Главное, чтобы я не потерялся, самое главное. Фиг знает кто-то, не спрашивайте. А. Это ураган? Чё? А фиг знает кто это. Музыка прикольная, говоря.
Походу, да, это песочный ураган внутри здания. Классно сделали, конечно. Не поспорить. Не знаю, почему я пошел вверх, но походу сам босс находится внизу. Либо мне... Что я открыл? По звуку я что-то открыл. Короче, меня шипы хоть так, хоть так, да, не пропускают. Ладно, пойдем сюда. Чего? Проход поменял местами? Я не знаю, что я включаю, что я отключаю, что активирую, что не активирую. Странные головоломки. Чувствую, это место для меня будет непроходимым. Нихера не понял. Забейте. А что тут за проход? А, это я, который я пытался открыть, да? Песчаные ураганы. Ну, оно стреляет по КД, значит, я могу уворачиваться. Карта? Лучше бы карта. Да ё-моё. Ладно. Не обидно. Но мне, по идее, еще должны 3 предмета дать. Максимум. То, что это странно, если мне ничего... Why, man? Окей. То есть я бы, по сути, сюда и не смог попасть. Потому что здесь шипы. Ты получил карту. Хорошо. По центру это босс. А мне нужно активировать все кнопки. Всего будет 4 подхода, да, сюда?
Так, ну по сути мне сюда больше уже не надо, потому что мы здесь все с вами на... Нет, оказывается, тут еще есть проход вниз. А, точняк. Я же вверх ходил. Сами дамажутся, а я еще виноват. Ладно. Не страшно. Не на тебя, чел, пофиг. На змею тоже пофиг. Ладно. Да спустим. Я иду к тупику. Нет, я иду куда-то в хорошее место. Да. Круто. А вот минус того, что у тебя не может быть бесконечно предмет. Ну, хотя бы 99. Считайте, вот два хлеба минус. То, что видите ли, у нас ограничены карманы. Хотя, с одной стороны, да, куда она поместится, то с другой стороны... У тебя кирка, меч, щит. Хорошо. Это может поместиться. 99 стрел. Где твой колчан? Нету твоего колчана здесь. Нету. Поэтому не надо мне туда пиздеть. Так, я шипы опустил по звуку. Делали бы широкоэкраны. О, яблоко. Хотя, знаете что, я так подумал, нет, яблоко я не буду использовать. Я подожду, пока мне еще задамажат на два сердечка, и отхилюсь от хлебушка. В игре врагов мало разновидностей. Перед финальной битвой нужно будет тут закупиться. Читерское нажатие на кнопки. Так, ну все, мы активировали еще одну кнопку. Ну, теперь в подвал. В принципе, да. Может нафиг изучать эти локации, все равно здесь секретных стен ничего такого нету. Просто дорога. Локация, как будто я здесь уже ходил. Ясно. Можешь оттуда вылететь? Заразу, ну выйди оттуда. О, хорош.
Короче, мне теперь один факт. Возвращаться, нажимать эту сраную кнопку. Сразу увидел бы кнопку, надо было нажимать ее. Не ебать себе мозг. Угу. В чем прикол? Без вопросов. Все равно ответа не будет. Ого, там была пропасть. А, ну я просто подумал, что здесь снова сундук будет, поэтому я сюда и пошел. Заметьте, локация... Ой, пространство одно и то же, что было до этого. Просто много изменено и поставлены ловушки, то есть для падения. Деда, это ямы. То, что они немного отличаются от стен. И проверять. Мне кажется, это так не работает. Что мне делать? Ну, если там, в принципе, открылось, тогда я смогу туда попасть. Если нет, то там закрыто все еще. Что-то я не врубаюсь немножко. Что-то я вообще не врубаюсь. Как это пройти тогда? Слушай, да я фиг знает на самом деле. Сейчас я не врубаюсь. Я врубился. Просто я дик немного. Я тоже не увидел то, что там шипов нету. Хотя, ладно, если мы уже начали эту часть изучать, сюда и пойдем. Сейчас я проверю насчет шипов. Да, нормально. Знаете, я глупый. Ну, как раз, считайте, мы так и наверх попадем. Почему змеек не дамажит? Так, все, как раз я нашел выход. Цик. Теперь снова идем вниз. Вперед, вперед. Еще шажок. Теперь идем в эту сторону. Там табличка, нужно будет ее прочесть. Странный звук был, как будто что-то тяжелое ходило.
Смотри под ноги. Плохо. Так, а если я... Мне это... Мотайте суицидник. Просто, ну не спеши. Все будет окей. Нет, лечу, куда я вижу. Пойдем на правую сторону. Мне нужен сундук. Внимательно идем, не спеша. Так, ну я почти до сундука дошел. Вот и сундук. Все, максимум ХП. Неплохо. Так, а теперь надо отсюда выбираться. Я могу просто спрыгнуть, по сути. И это будет идеальным вариантом, не довольно быстрым вариантом. В принципе, я так и поступил. Туда-туда, прямо вниз. Вау. Ты окунаешься вниз. Почувствовав разрыв. По сути, здесь ничего сложного. Ну, конечно, здесь найти еще эту дорогу надо. Да, я по опасному краю пошел. Наконец-то. Место. Но если я первый раз прошел без ловушек, ну без касания черных точек, значит и здесь пройду без точек. Почему у меня вообще стоит щит? Ну что, на бусте теперь будут луки использоваться. Ключик. Потому что ХП мне максималка. И деньги. Хлеб куплю, стрел куплю. Не очень местом, но проходимое.
Вот и все. 20 стрелы. Чисто лук. Единственное... Ах, подожди, а как бы я убивал тогда лягушонка без лука? А, у меня же по-любому было испытание, что на лук, точняк. Все, последний предмет. Душа временем. Ну все, теперь отсюда выбираемся. Здесь как будто тоже, видите, шипы были раньше. Давайте тогда на этом закончим и в следующей серии закончим полностью. Если вдруг что, я их объединю. Поэтому всем пока.